Марк с Балтийска, с Балтфлота, участвовал на второй стрелке, жестким соперником, жесткий был бой. Весь год готовился, сейчас в новой форме, готов биться до последнего. Красава, с Балтийска есть тут кто? Покричи, покричи, давай, Балтийск, качай! И Иван, вот он у нас сегодня прямо здесь получил прозвище «Черная пантера», у него футболка такая «Черная пантера». 7 лет занимается боксом, 30 там с чем-то боев, сам с припреги, да? 18 лет, да, 19, Марк, у тебя? 27. 64 килограмма у нас Марк и 64 «Черная пантера». Ну что, начнем? Все готовы увидеть этот бой? Будет интересно. Кто? Кто? Бой! Аккуратно. К следующему бою готовится Шамиль и Чесноков Сергей. Стоп! Стой! Не прошел изучающий. Работает. Парни бодрые, заряженные, свежие. Опасно. Все, удушающий прошел. И у нас есть победитель. Марк Чмин. Победитель самурай. Парни, не расходитесь, пожалуйста. Марк, ну я рад за тебя. Ты все-таки затащил долгожданную победу. Расскажи, как ощущения? Ощущения отличные. Хочу сказать спасибо организаторам. Участвовал в прошлой стрелке, проиграл нынче. Готовился, победил. Хочу поблагодарить всех. Всех друзей, кто верил мне. Челябинску передать привет. Передать привет Челябинску. Маше Новопашиной спасибо, что спонсировал меня. Сегодня мы должны посмотреть этот бой. Теперь обязательно, да, должны. Ребята, участвуйте в стрелке. Бейте.